Тем временем в Тюменской области утвержден план внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом говорили на заседании президиума правительства, которое накануне провел губернатор. Первый этап включает в себя ввод норм ГТО среди учащихся. Проект уже заработал, но пока в тестовом режиме. В 2016 году он должен появиться во всех образовательных учреждениях. Также нормативы обязаны будут сдавать чиновники и госслужащие. Глава региона отметил, что готовиться к сдаче нужно уже сейчас. Тесты простые. Среди требований для мужчин за 40 – пробежать на время 2 километра, 5 раз подтянуться.